Почему вам не понравилось вы... ваше место, которое, нет, вам, подождите, которое вы купили? Послушай, ты набежался. Очень прошу вас. Ваш капитан убивает человека. Хорошо. Спасибо. У нас нет таких капитанов, которые убивают человека. Нет, много есть. Да, уже увидел. Начальник милиции Нарильский избил моих сына. Тело сломано. Такие есть. У меня рука сломана. Ради бога. Вы почему дебош на самолете устроили? Само... У меня вопрос такой. Вопрос. Вам почему вам не понравилось место сказал... ваше, а вы почему-то захотели сидеть в бизнесе? Послушайте, послушайте мне, пожалуйста. Я пойду весь день гулять. Пойду. Ради бога. Набежать пойду. Набежать, у меня есть товарищ хороший. Вы еще и сейчас гулять пойдете, да, да, вместо того, чтобы лететь, нет, а документы потеряли. Не надо дохнить. Ваше имя отчество не говорите, да? Ваше имя отчество не говорите. Ради бога. Меня рука не работает. Бессовестный. Ты мужик или нет? Присядьте, присядьте. Присядьте. Муром ты мужик или нет? Присядьте. Там кто вообще? Ты мужик или нет? Ты с порядочком. Ты мужик или нет? Ты мужик? Ты мужик мне рук сломал, да? Ты мужик? Посмотрим, ты мужиком продать надо. Мои документы где, пожалуйста? Варан. Лейтенант Варан. Уважаемый командир. Что случилось? 96-го года я был в Норильске, понимаете? Да меня вообще не интересует, как меня очень интересует. Меня интересует ситуация, нет, которая нет, сейчас нет, была, да, на борту. А что говорит? Что говорит? А что хотите вообще? Спокойно посидите. Да, конечно, спокойно себе. Сейчас пойду, деньги пройду, все пройду. Поменяю мне отчество, они сказали. Хорошо. Я представлялся неоднократно, надо было орать. Я не попугай по 200 раз представляться. Не слышал. Это ваши проблемы. Мои проблемы. Ваши проблемы. Ваш самолет слышал. 170 человек слышали. Имя, отчество. Человек звонит. Потом хорошо скажут. Присядьте на диван. Присядьте. Я не хулиганю. Вы сами ходите. Не. Что хотите, защищайте сам себе. Товарищ капитан, вы пойдете на увольнение. Хорошо. Хорошо, посмотрим. Ну, чтоб у нас было... Нарушитель не может быть таким возрастом. Таким возрастом не позволяет, таким женщинам прилетает, хорошим, приятным женщинам. Я сказал, посидел, что все. Заявление напишите, добровольно увольняйте, пожалуйста. Я выйду, все. Кто-то из вас кто-то поможет, масло поеду перед выбором, вы отвечать будете за это.
перед выбором вам нахожусь. Увольняйте, пожалуйста. Не работали здесь. Вы всем не работали. Не достойны вас работы. Короче, встаньте, пожалуйста. Человек находился на борту. Что-нибудь запрещенного в карманах есть при себе? Требования бортпроводников. Что в карманах сюда выложите, пожалуйста? Мешал. Нет, ну вообще, что в карманах есть что-нибудь? Конечно, тем проводнику сюда ложить. Он махал руками. А что за махали? Что махали? Что что-то есть? Бессовые, что за махали? Что махали? До сих пор неадекватно. Да. Нормально, рука вообще. Что еще есть что-нибудь? Нету. Дайте посмотрим. Деньги есть. Что? Ложите сюда. А что там? Просто ложите. Вы сейчас... Не ложу. Вы сейчас заберете. Да, заберете. Человек находится в трез. Алкоголем не пахнет, да? Так, сейчас деньги пересчитаем. Дима, запиши это, сколько денег. Ну, какая разница, ниже пишу я. Так, 1000, 2, 3, 4 тысячи. Раз, два, три, 350, 60, 70, 80, 90. 3390 рублей. Можно, да, там? Сколько? 3390. Внизу допиши, подпиши. То есть вы отказываетесь, да, от того, что... Да, отказываюсь, да, напишу, да. Не-не, подожди. Не надо писать, понятые вот здесь, они слышат, что вы отказываетесь. Не, не отказывайте. Не, все. Но подписывайте тогда. Да, 25 дней, надо меня, да. Писал, потом отписывать. Вы будете подписывать нет. Протокол? Ну так я и говорю, вы отказываетесь. Конечно, отказываюсь. Ну и все, вот понятые, они слышали. До свидания, все. До свидания, да? Все, иди, все. Ну, иди, иди. В очередной раз вам скажут, что это ничего не изменит. Вы ваши вещи. До свидания. До свидания, куда угодно обращаться. Что угодно говорить. Конечно, подожди. Вещи все забирайте, чтобы забирали, ничего не осталось. Документы забрали? Забрали. Все, до свидания. Все, до свидания.